Ребят, у меня только одна мысль, одна реально мысль, которую хочу до вас донести. Вот эти все новогодние праздники, я уже говорила о том, что это реально просто шабаш, это разгул нечисти. Вот эти все названные святки. На самом деле Новый год мы празднуем не Новый год. Мы празднуем еврейский праздник некий. Ну, короче, когда Иисуса нашего проботили. И все люди празднуют Новый год, вы покупаете елку, особенно живую. Это вообще дичь. Реально, тот, кто меня смотрит, и тот, кто купил живую елку в своем доме, и в вашем доме хранится живая елка, вы отвратительные. Вы отвратительные. Я не буду этого скрывать. То есть ваша елочка постоит там, да, вы своими, блядь, деньгами. Купили елку, да, которая росла просто, ну, для вашего разврата. Так и будем говорить, да. Приобрели себе в дом. О чем я сейчас говорю? Сейчас идет такое количество, знаете, вот эти вот голубые огоньки, вот эта вот вся вот эта вот херня. Я их уже не смотрю, наверное, блядь, больше 10 лет. Вспомним, да, сейчас одну вечеринку Ивлеевой. Ивлеева это вообще-то еще... Это суккубша нашей страны, да, это суккубша. Да и Киркоров тоже там, да, нехило попался. Но, ребят, вы, я рада, те, кто вообще понимает, что происходит. И безумно, ну, хотя, не, вообще не расстроены те, кто не понимает, потому что вы это заслужили. Вот эта вся искусственная радость, искусственные сопли, искусственное, вот это все искусственное. Новый год – это искусственный праздник. И... Знаете, особенно мерзко видеть. Ребят, у нас идет война. Вы, блядь, празднуете. Ну, вам весело, ну, блядь, веселитесь. Я, понимаете, я тоже не за то, там, да, не надо. Я знаю, что сейчас очень много там вот этих вот говнюков, да, вас выползет. В том плане, что я такая негативная. Ребята, хотя какие вы ребята. Не все могу сказать. Идут. Пришло время возмездия. Да? Возмездие, справедливость. Пришло время справедливости. Те, кто был на коне, станут под конем, под яйцами коня. У меня уже были такие видео, выпускаю, реально. Акцентирую внимание, да. Идет болезнь. Энергетическая, кармическая, обострение. Ну, ребят, опять-таки, как бы, да, у меня прекрасное настроение, потому что тот, кто светлый, вам ничего не грозит. У вас только будет подъем в этом году. А всему вот этому остальному смешному дерьму, которые вот, забыл вот эту фразу, наглядно, да, делают, вот это уйдет, да.